Привет всем, с вами интернет-магазин ПК Авто. Сегодня у нас Nissan X-Trail T32. Самый новый, дата выпуска октябрь 2020 года. Это как бы новый рестайлинг или что-то еще. Значит, здесь комплектация с одной штатной камерой заднего вида, заводской, с такой магнитолой, с кнопкой камера. Магнитола от Роберта Боша. Такими разъемами, значит, два USB, обычный ниссановский и 40-пиновый большой разъем и антенна радио. Что мы сделали? А мы сюда установили большой 10-дюймовый экран с поддержкой штатных функций. Аппарат Vomix 4G, 10 Android 464. Сразу коротко скажу, такие аппараты мы уже много раз ставили, много видео сделано. Но нас сейчас интересует то, что автомобиль самый новый. Пробег 1300, мультируль, все это дело работает. Демонстрируем. Громче, тише, вперед, назад. Кнопка с головой включает нам Яндекс.Навигатор. Ну и кнопка поднять трубку, громкая связь, она же положить трубку. Яндекс.Навигатор у нас работает, это какой-то первый запуск у него сейчас. Обращаю внимание, сразу поставили сим-карту, 4G у нас ловит без проблем. Дата и время синхронизируются с приборкой. Приборная панель у нас отображает, какое сейчас играет радио. Да? Видно. То есть связь у нас есть и в ту, и в другую сторону. Камера заднего вида штатная, заводская у нас работает. Отображается парктроник как на экране, так и на приборке, как он там с завода отображался. Линии поворотные поворачиваются в зависимости от поворота руля. Прекрасно. Включили сейчас галочку по просьбе трудящихся. Теперь у нас линии есть и статические, и относительно них у нас поворачиваются поворотные линии. Яркость, контрастность картинки можно подправить. Кстати, камера прекрасного качества с завода стоит. Очень как бы нравится нам. Есть. Далее радиоприемник. Шикарный звук с эквалайзером. DSP процессор здесь установлен, временные задержки. Ну, здесь нету боузовской музыки, но звучит, звучание здесь прекрасное. Водитель, весь салон, фокус звуковой регулируется. В реальном времени очень красиво звучит, все довольны. Не будем на этом останавливаться, видосов много, наша задача показать самый свежий автомобиль. И что здесь мы запустили данный аппарат, и это прекрасно. YouTube, Play Market, разделение экрана, взяли Яндекс.Навигатор себе налево. В правую часть экрана поставили себе YouTube. Едем, смотрим YouTube. С детьми операцию И. Сделали Яндекс.Навигатор чуть поменьше, видео чуть побольше. Давай на весь экран. Очень удобно. Это вообще самая лучшая функция, которая есть в магнитоле. Это одновременный просмотр YouTube и, соответственно, Яндекс.Навигатор. Даже когда мы едем далеко по трассе, мы всегда видим, какое впереди препятствие, затык, авария, сложный участок. Ну и, соответственно, дети сзади сидят, смотрят мультики, либо мы смотрим все свежий ролик. Далее. Штатный USB у нас работает. В автомобиле есть еще второй USB. Мы пока его не обнаружили, но где-то он есть. И мы его подключили. Клиент потом его найдет и будет им пользоваться. У задних пассажиров почему-то нету. Возможно, там его просто дилер недоукомплектовал или что-то не так сделал. Поэтому в бардачке, в причащенном ящике, у нас всего лишь слот под 4G сим-карту. Такой вот аппарат прекрасно подходит, как и в предыдущих Nissan'ах, да, внешний вид, рамка не поменялась. Здесь четенько он заходит за шкуру торпеды. В общем-то, идеально. Данный аппарат рекомендован к покупке, к установке в нашем установочном центре.